Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с вами будем доставать вот такие крутые мечи из камня, ребята. Мне нужно очень много силы, чтобы достать вот этого. Смотрите, даже подписан финальный босс. Я, наверное, сейчас не справлюсь, ребят. Давайте попробуем. И, может быть, у нас получится. Не, ребят, смотрите, я просто не могу, мне не хватает сил. Поэтому давайте мы с вами будем вот таким вот образом кликать. Смотрите, за клики мы с вами получаем силу. Тут, кстати, смотрите, всякие различные питомцы. О, смотрите-ка, различные, получается, клики мы с вами можем получать. Прикольно. А сколько мне надо? 150 силы, чтобы получить новый клик, ребят. Прикольно. А я могу, например, сделать автоклик? Давно мечтал купить робуксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно на RBX Sell. На сайте недавно произошло глобальное обновление, благодаря которому покупка робуксов стала еще дешевле и проще. Робуксы всегда есть в наличии, а их покупка идет по самому выгодному курсу, с моментальной отправкой на ваш аккаунт. А для желающих получить робуксы бесплатно, на сайте появилась акция, позволяющая получить робуксы за приглашение друзей или выполнение заданий. Вступайте на дискорд-сервер с ежедневными розыгрышами робуксов, а также в группу ВКонтакте с масштабными розыгрышами на стене. Все это только на RBX Sell. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Так, давай вот так, автоклик, автоклик, автотрейн. Во, ребят, отлично, все. Теперь мы с вами кликаем автоматически и сейчас будем с вами усиляться. Вот так берем, экипируем. Теперь по 2.97. Так, ну знаете что? Нам надо забрать какую-нибудь награду, ребят. Так, забираем награду. Сейчас, кстати, по X2 с вами будем фармить. Так, ну и здесь, скорее всего, вот у нас, да, яйца, ребята. И надо вытаскивать вот эти мечи, чтобы получать победки, ребята. И за эти победки мы с вами будем получать крутых питомцев вот с этих яиц. Но здесь также есть, смотрите, донатские. И давайте попробуем купить вот это яйцо, ребят, за 150 рубаксов. Посмотрим. Какой там питомец у нас будет? Ну-ка, вот так вот. Смотрите, я бегаю. Пым-пым-пым-пым-пым. Вот так у нас открывается. И легендарочка нам выпала. Давайте мы ее экипируем, ребят. Так, берем. Она, кстати, у нас экипирована. X30 она дает. Вы только посмотрите. У меня 6000 уже. Обалдеть, ребята. X3 у меня уже, смотрите, сейчас X3.5. Так, ну, мне надо, получается, 690 тысяч, ребята, силы, чтобы доставать вот этот самый крутой меч, ребята. Ну, не знаю, получится у нас это сделать или нет. Надеюсь на то, что получится, ребята. Давайте посмотрим, какой меч мы можем сейчас доставать. Я могу доставать вот этот, ребят, уже. Ну-ка, давайте попробуем. Автофайт. Я могу его включить или нет? Ну-ка. Да, ребят, смотрите, оп. Мы с вами вытащили этот меч, и теперь он у меня есть. Ого, прикольно, смотрите, ребята, теперь я этим мечом как будто качаюсь. Так, ну-ка, а что меч дает? О, он дает кликом, ребят. Кстати, есть перерождение, но я, наверное, не буду их делать пока что, да? Давайте мы с вами автотрейн и будем забирать вот так вот награды. Оп-оп-оп, ребята, супер круто. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас есть в шопе. Тут, скорее всего, есть бусты, которые я сейчас вот один получил. Один буст вроде я получил. А, или нет, ребят? Не, ничего я не получил. Хотя, вроде X3 там было что-то написано. Тут какие-то крутые питомцы есть, ребят. Но давайте, кстати, посмотрим, какие у них статы. 150! 300, 900, 6 тысяч и 20 тысяч. Жесть. Но это, ребята, очень дико. Ну-ка, давайте, кстати, вот так вот экипируем. У меня, кстати, 70 тысяч уже, ребят. Ну-ка, вот это сколько стоит у нас? 350 рубаксов, ребят. Ну, я даже не знаю. У меня этот дает X30. Этот будет давать X, получается, 150. Ну, давайте мы с вами его купим. Это у нас Луфи. И вот таким вот образом мы его покупаем. И он у нас экипированный уже. Так, давайте, поскольку я получаю? По 2000, ребят. Уже X6 мы можем с вами экипировать. И X6 это максимум, ребят. Теперь наша задача, получается, достать вот этот меч, ребята. За, я не знаю, сколько там, 690 тысяч, ребята, жесть. Вот это, кстати, какой-то питомец. Кстати, яйцо какое-то, ребят, смотрите. Если мы с вами будем играть 18 минут, мы сможем его открывать, ребят. Ну, тут питомцы супер слабенькие, смотрите. Самый крутой, это вот этот ОПшный, 1%. Я думаю, он нам не выпадет, ребят. Поэтому давайте мы с вами... О, это кто такой? Dark Prince какой-то? World Boss? О, ну я не смогу его, скорее всего, победить, ребят. На тебе! Не, ребят, я не могу его победить. Нам надо, знаете, что сделать? Я сейчас активирую свой автокликер.
И мы сейчас с вами, ну, попробуем его победить. Я думаю, у нас получится, ребят. Сколько там надо-то? А, 1 миллион силы надо, ребят. В принципе, я думаю, мы с вами должны справляться. Давайте, кстати, вот это яйцо откроем. У нас 50 побед. И я думаю, ну, хотя бы хоть какие-то питомцы у нас будут, да? Ну, чтобы там, не знаю, инвентарь не пустовал. И у нас было максимальное количество питомцев экипировано. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, все отлично, ребята. Экипируем вот так самых лучших. Вот, все. Это 2 икса дает, ну, хотя бы 2 икса. О, кстати, ребята, я могу уже этот доставать. Смотрите, экскалибур. Обалдеть. Давайте попробуем. Так, давайте наградку так заберем. И попробуем доставать экскалибур, ребята. Экскалибур, это, конечно, жестко. Ну-ка. Сейчас теперь он у нас будет в руках, ребят. Ну-ка, поскольку я побед буду получать? По 1000 побед, ребят, я получаю. У меня теперь в руках экскалибур. Подожди, мне надо его экипировать, наверное. А, нет. 1,3, ребят, он дает. Это 1,2, это 1,3. Ну, в принципе, неплохо. Мне интересно победить, ребята, вот этого босса. Так, давайте мы сейчас с вами еще разочек вытащим, получается. У нас сейчас будет примерно 4000, ребята, побед. Нам надо 15, чтобы пройти в следующую локацию. Вот, ребят, смотрите, экскалибур. Обалдеть, круто выглядит. Давайте будем с вами вот таким вот образом качаться. Кстати, заметьте, я очень быстро стал кликать. Прям вообще нереально быстро. Я хочу вот этого босса, ребят, победить. Это у нас какой-то мировой босс. И я хочу посмотреть, что я буду получать. Ну, какую награду, да? Давайте попробуем, ребят, вот так вот. Оп. Ну что, босс? Dark Prince, ты готов со мной сразиться? На тебе! О! Легендарный питомец какой-то, ребят. Это легендарный питомец. Подожди, это не питомец, это крафт какой-то. Вот, смотрите. Крафт. А, я не могу его скрафтить. Подожди-ка, я, получается, получаю, типа, частички каких-то питомцев, ребят. Ну-ка. Еще получил эпик. Теперь у меня какой-то, ребят, смотрите, надо 30 штук. Это, типа, пазл собрать, ребят. Кусочки питомцев мы с вами вот таким вот образом получаем. Вот, смотрите, еще одна легендарка, Доминус. Нам надо 15 собрать, потом мы с вами крафтим и получаем, наверное, цельного питомца. Интересно, какие там будут у нас характеристики. Вот, смотрите, еще одна легендарочка. Ну, может быть, попробовать собрать, ребят. Но мне что-то кажется, что не очень-то крутые там будут статы. У меня, тем более, донатские, ребят. Ну, ладно, давайте попробуем. Смотрите, у меня 4 уже есть и остается совсем немножко. Потом мы с вами пройдем, наверное, в новую локацию. Главное, чтобы нам выпадали легендарки. Вот, видите, смотрите, уже 5 штук легендарок выпало. 5 частичек, да? И надо, чтобы они нам только выпадали. Эпики нам не нужны, ребята. Нам нужны только легендарки. Поэтому давайте попробую сейчас выбить 10 штучек еще мне надо. Да, во, легендарочка, ребят, слушайте, неплохо. Подожди-ка, а мы и победы получаем. Смотрите, у меня 15 тысяч побед уже. Интересно. У меня 16 тысяч побед, ребят, уже. Я могу пройти в новую локацию 100%. Но давайте сначала мы с вами попробуем накопить. Так, сколько мне надо? Мне еще надо, ребята, 8 штучек. Поэтому, ну, давайте попробуем быстренько сейчас накопить их. О, еще и мифик здесь есть какой-то, ребят. Смотрите, мифик. Надо всего лишь 5 штучек собрать. Ну, хотя бы легендарочку собрать бы, ребята. О, еще один мифик. Ничего себе. Прикольно, ребят, слушайте. Еще 3 мифика, и мы с вами сделаем мифик. Но хотя бы легендарочку. Дарочку. Вот, отлично, ребят, остается нам всего лишь 6 штучек. Погнали дальше выбивать. Мне остается последний раз, ребята, получить питомца. 14 у меня уже есть штучек, получается, частичек питомца. И остается получить еще одного, ребята. Но что-то я не могу никак получить, ни одни эпики выпадают. Вот, все, супер, ребята, давайте мы с вами крафтим. И у меня есть теперь какой-то доминус питомец. Экипируем лучших. И сколько он дает? 45. Ну, слушайте, неплохо. Погнали, ребята, в новую локацию. О, это новая локация, ребят. 17 иксов. Жесть, по 10 косарей мы здесь покачаемся. Так, чтобы пройти дальше, надо 20 миллионов побед. И это, ребята, Nice Fall Sword какой-то. Вот такой вот меч. Какой-то, получается, адский меч. И, ребята, это, конечно, супер жестко. Мы с вами потихонечку здесь, в принципе, прокачиваем. Смотрите, уже 2 миллиона. Надо сколько силы там? 80 миллиардов, ребята. Ну, так-то, в принципе, дофига. Давайте мы с вами вот так вот получим питомцев. Может быть, кстати...
Давайте вот так вот экипируем. Нет, боку у нас дает 3,5 икса всего лишь. Так, давайте вот так вот к апгрейдам-то подойдем. Вот 22 икса все-таки нам надо с вами взять. Теперь 30 иксов. Ну, типа мы с вами прокачиваемся-то в любом случае быстрее. Теперь нам надо, наверное, получить этот Dark Sword, чтобы, ребята, прокачиваться еще быстрее тоже. Типа клики, он будет давать нам буст кликом, ребята. И очень интересно, сколько мы с вами будем потом прокачиваться. Ну, слушайте, ребята, тут у нас вот еще, смотрите, World Boss, Evil Prince, ребята. Тут надо нам с вами 100 миллиардов, чтобы с ним сражаться. Поэтому, ребята, я еще по-любому не могу его уничтожить. Так, давайте так вот экипируем. Может быть, делать перерождение? Давайте попробуем, ребята. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ага, я сделал 90%, ребят. Ну, в принципе, по 44 тысячи теперь я прокачиваюсь. Прокачиваться я стал быстрее. Это все за счет того, то, что мы с вами сделали перерождение. Типа X2 мы с вами сделали. У меня уже 2 миллиона. Слушайте, ребят, реально быстрее стал прокачиваться. И я думаю, что такими темпами мы с вами сможем одолеть вот этого принца, да? Ну, слушайте, ребят, если вам понравилась эта игра и вы хотите увидеть продолжение, то обязательно напишите об этом в комментарии. И не забудьте поставить лайк, ребят. Всем пока-пока.